Монбельярд – это порода коров, которая выведена во Франции и благодаря универсальности пользуется большой популярностью. Она славится мясной продуктивностью и жирностью молока, из которого производят великолепный сыр. Монбельярды являются древнейшим европейским видом. Селекционерам нужна была выносливая и неприхотливая корова, обладающая лучшими качествами. Порода попала в племенную книгу в конце 19 века. Коровы имеют оригинальный окрас, пропорциональное тело. Верхняя часть красно-коричневая, нижняя – молочно-белая. Высота в холке 140-152 см. Быки весят до 1200 кг, половозрелые коровы от 600 до 800. Животные отличаются молочной продуктивностью. Корова может давать ежегодно 7700-8500 литров молока. Оно имеет стабильный состав с содержанием белка 3,45%, а также жирностью до 4%. Подобная стабильность привлекает сыроделов, которые очень требовательны к качеству молока. Монбельярды редко болеют, могут питаться грубыми кормами, что позитивно влияет на мясо. Телята породы дают выход мяса 68%. В мясе мало жира и много животного белка, минимум жилистых прожилок, максимум мяса высшего сорта. Ежемесячный прирост массы составляет 45 кг. Монбельярды неприхотливы к содержанию. Зимой им необходимо теплое помещение, летом – ежедневные прогулки. Коров выпускают на пастбище, их питание должно быть сбалансированным. Кормушки и поилки нужно мыть, регулярно чистить стойло. Помещение для содержания должно быть просторным. После отёла потомству и матери выделяется достаточно просторное стойло. Животные породы содержатся беспривязно или в индивидуальных отсеках. Зимой температура в помещении не опускается ниже 10 градусов. Длительное переохлаждение вызывает простудные заболевания. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.